Общественная палата Якутии открывает горячую линию по экологическому мониторингу. Охрана окружающей среды сегодня одна из актуальных проблем для жителей республики. Экомониторинг позволит следить за экологической ситуацией и поможет оперативно выявлять и предотвращать экологические правонарушения. Например, незаконную вырубку лесов, захламление лесов отходами, уничтожение зеленых насаждений, загрязнение водоохранных зон, мойку автотранспорта на береговой полосе, сжигание отходов с выбросом загрязняющих веществ и так далее. На горячую линию можно не только сообщать о проблемах, но и предлагать механизмы по улучшению экологической ситуации. Телефон горячей линии Общественной палаты Якутии 508-374. Также сообщение можно направлять на электронный адрес эколог op14@mail.ru.